лично заметила за собой такую вещь, что летом я больше всего ношу юбок и платьев. Зимой правильно. Джинсы, брюки, а летом хочется какой-то женственности, да, проводить. Хочется ножки открыть, и в юбке-то, конечно, не жарко. Да, конечно, не жарко. Мы же молчим об этом эффекте вентиляции, в конце концов. Когда жара, хочется максимально открыться. Итак, встречайте, у нас опять-таки есть две расцветки. Вы видите сейчас коралловый с бежевым цвет. Давайте взглянем на нашу Елену. Вот она, наша красавица. Смотри, Елена обладает достаточно хорошей фигурой, можно сказать, даже модельной. Но даже у нее есть небольшой животик. Видишь? Ну, где? Не вижу, а вы видите? Вот именно благодаря принту, вот принт скрадывает все неровности, он скрадывает животик, он делает нашу фигуру идеальнее. Вот это да, смотрите, вот правильная одежда, это как правильная огранка для алмаза. Если его неправильно огранить, то он так и будет алмазом. Он женщина с бриллиантом. Женщина это алмаз, и мы ее граним при помощи одежды. Конечно, а почему нет? Мы все с красивыми формами, себя нужно любить, свою индивидуальность нужно подчеркивать и ни в коем случае не стесняться. Вот посмотрите, сколько уже разных вариантов. Мне очень нравится, смотри, одна юбка Сэнди, а подходят как и нашей Ксении, так и нашей Елене. То есть вот таких вещей еще и нет возраста. Абсолютно с тобой согласна. Действительно, может и девушка позволить, и взрослая дама. Почему? Объясню. Во-первых, принт. Хоть он и яркий, но он все-таки не аляпистый, не вызывающий. Не вызывающий. Он очень приятный, расслабляющий. Во-вторых, длина. Давайте посмотрим, длина закрывает колени. Королевская. А вот сейчас, да, с длиной мы с вами будем разбираться. Давай разбираться еще и с посадкой, потому что мы все разные. Вот здесь она линейка от 44 до 60. Я знаю, моя тетушка, да, 56-го, 58-го размера. Для них всегда юбка, это очень сложно, потому что, а вдруг в бедрах давай, не пойдет, ладно, на хорошо. Талии болтается. Давай на про талию. Талии прошло, на бедрах сидит очень вам нет, но в этом смысле юбка Сэнди это лучший выбор для дистанционной покупки, потому что вы абсолютно ничем не рискуете. Вам не нужно даже ее примерять по факту, ведь здесь нет застежек, нет жестких поясов приточных, здесь все абсолютно свободно. Посмотри, вот у женщины, допустим, осиная талия, либо у нее талия больше бедер, неважно, допустим, фигура яблочка, неважно, юбка подстраивается, юбка тянется, причем тянется вся ткань без исключения. И я рекомендую в этом смысле брать размер. А вот ты, кстати, сейчас хорошо показала. За счет эластичной, то есть я еще могу варьировать по посадке, высоту, как мне да. нужно. Отсюда мы с вами делаем вывод, что неважно, какого вы роста, хоть 160, хоть 180, юбка Сэнди вам подойдет. Потому что вы можете регулировать посадку выше, ниже, посередине и так далее. Но я хочу все подвести к самой изюминке. Вот поговорить об этом. Давайте посмотрим на... Конечно же, вы уже догадались, на необычный крой. Да, снизу. И это эффектное завершение, нарядный такой элемент. Вот правда, качество, оно в деталях. Угу. А мне еще нравится оторочка кружева. Как это красиво. Это вот такой яркий акцент, который говорит еще и о статусе изделия, которое мы с вами сегодня забираем. Увидеть такую девушку, увидеть такую женщину на улицах города обеспечивает только одно. Массу восхищения да. и комплиментов. Хочется прям познакомиться с такой девушкой. Хочется у такой женщины взять телефон, сказать ей комплимент. Посмотрите, хотя наша Елена замужем, но все равно она вызывает восхищенные взгляды. В любом возрасте можно выглядеть красиво, элегантно. Эффекты. Для этого нужно только правильно найти свой наряд, который подчеркнет, а не спрячет. Номер для ваших заказов всегда бесплатный, многоканальный. И выбирайте для себя свои женственные образы.